Как уберечь ребенка от инфекций? Почему случается очередь перед стационаром? В каких ситуациях требуется действовать незамедлительно? Доктор ответит на все ваши вопросы. О здоровье детей поговорим с заместителем главного врача детской инфекционной больницы Натальей Кабановой. Смотрите программу «Звоните доктору» 28 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Программа «Звоните доктору». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.